вот задача Хендлера. Не трогая собаку руками, узнав потом, какая будет трасса буквально 15 минут назад, провести собаку по этой трассе. То есть в порядке, как стоят цифры у снарядов. Если вот кому-то видно, как стоят цифры, вы можете отслеживать, правильно ли идет. Трогать собаку руками нельзя, поводком ошейника пользоваться нельзя. Нужно объяснить с помощью голоса и жестов, что требуется. Немножко Кэйди сбил палочку у нас, но тем не менее продолжает уверенно двигаться. И пока движется к финишу, и финиш. Еще
даже